где-то соперник был посвежее, там, да, и там вот момент, когда пошел соперник убивать Толчинского, думаю, что это указание Михаила Кравца, который у нас такие же вещи делал. Это неправильно. Зачем убивать игроков на льду? Не надо. Надо играть в хоккей, поэтому наши ребята молодцы, проявили характер. Работаем дальше. Спасибо. Большое спасибо.